Все здесь говорят «Ойстрах, ойстрах, ойстрах». Ну, конечно, и было посвящено Ойстраху, и он блестяще играет этот концерт. Но я думаю, что вообще трудновато для музыканта, который вот у него в крови нету вот фольклора армянского, потому что, хотя Хачатурян, конечно, классический композитор, но он очень много берет от фольклора, вот даже и в концерте. И это трудно, я думаю, играть, если ты сам не армянин, если это у тебя в крови нет. Потому что я не считаю, что он такой универсальный вот композитор, и особенно концерт, который он написал. Так что это немножко надо армянином, я думаю, быть. Я думаю, вообще это у нас очень много так. Вообще не только у Хачатуряна, а и у Бабаджаняна, и Арутюняна, и у всех, потому что у нас, так как фольклорная музыка такая специфичная, и она очень яркая. Поэтому, если ты уже армянин, и ты вот становишься композитором, я думаю, это у тебя просто невозможно, чтобы ты, у тебя что-то внутри не было вот от этого. И поэтому всегда даже вот сегодняшнее время есть очень хороший вот композитор, вот, который сейчас музыку пишет. Они все равно, когда ты слушаешь, хотя это уже модерн, это другое, но все равно что-то армянское, это как-то очень отличается вот от других.